Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить ремейк Dead Space, и у нас, собственно, в очереди новая игра плюс, какие собирались. Игра пройдена тяжелая, да, именно ее. Начиная новую игру плюс, вы переносите оружие, предметы, кредиты и улучшения завершенной игры. Их можно получить из хранилища любого магазина, с которым вы столкнетесь. Можете ждать встретить за углом не только новых врагов, но и, возможно, открыться на пару нераскрытых тайн. А, какая история, ты че? Тяжелая точно так же. Какой смысл новую игру плюс на легком проходить вообще, блин? Ну, простые, как две копейки. Не, на самом деле это прикольно, что можно так сделать. Потому что, допустим, наоборот, ты прошел игру на каком-нибудь там простом, то он уж бля. Хочу попробовать на сложном. Включаешь новую игру плюс, сложно, и поехали. И уже вот тебе не так сложно. Игра, а ты это... Игра! Игра! What the fuck? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас бац, все сохранения проебались. Еще раз, новая игра плюс. Вот этот. Да. Сложность тяжелая. Выбрать. Спасибо. Проскакивает подгрузка шейдеров. А это можно, вот учитывая, что это новое? Серьезно, а то есть... Ну, я же уже новая игра плюс, а можно вот это пропустить? Ну, пожалуйста, я хочу пропустить. Ну, пожалуйста. Плиз. I'm begging you! Fuck! Так, вот, значит, отсюда. Отсюда мы начнем. Здесь очень много было непропускаемых этих. Так, идем. Ну, если эти катсцены по новой надо будет, да. Сейчас главное до магазина добраться и ух, что будет. Так, сохраняться мы пока не будем. Да что ты говоришь, серьезно? У меня ощущение, как будто я здесь уже был, и все это происходило. А, ну да. У меня же его типа еще нет. В общем, у меня 141 тысяча с половиной и 29 узлов.
О, здрасте. Ничего себе, это что такое, блядь? Так, понятно, враги тоже новая игра плюс у них. Пошли. Сейчас спидрам, просто жесткий спидрам. Опять же, я собираюсь не лазать во всякие эти потайные места, условно говоря. Пойдем четко. Так, это у нас... туда. Блин, до магазина-то далеко. Я прям до магазина хочу добраться. Там бедолага внизу топчется. Да что ж такое? Что-то я сижу. Угу. Ага.
А, без лифтов-то мы никак, ну ладно. Что по дороге будем собирать, а так вот. Так, сейчас, знаете, только единственное, что мы сейчас сделаем. Сейчас Shift-Tab. Достижения в игре. Стройки, скриншоты, контент, обсуждение. О, руководство. Вот, фрагмент обелиска, главное понять. После чего они будут... Это где? Ну, вроде в каком-то приметном месте. Ладно, окей. По скриншотам ниже, главное. Ладно, посмотрим. Если что, здесь можно возвращаться же, так что так. Что ты делаешь? Здесь же нельзя еще гравитацию отключить или что-нибудь еще, чтобы просто перелететь вниз. Чё, охуел, что твоя голова, блядь, сдохни уже. Однако. А, вот он, собственно, первый и есть. Это инфопанель. We can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. Hold on, I got the data board. I'm coming back to tram control now. Daniel, get ready to go. Все, я понял, что за комната сюжетная, не пропустишь. Подобрать первый этот. Так, здесь пока что ничего. А, кстати, ладно, потом будем. Давай, давай, давай. Тебя я помню еще с оригинала. Давай, давай, давай. Следующий в кабинете доктора шкаф отодвинуть, это я помню. Да ёпта. Окей. Ну езжайте отсюда уже.
on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellyanne. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. А, ну да, 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 да. Надо вернуться, чтобы все взорвалось, сломалось, и тогда мы это туда-сюда. Ну ладно, сейчас, мы первое время тут сюда быстро, там еще кусочек начал я вырезал, так что все нормально. Все, опять же, серии, игры будут длинные. Да блять, что ж ты такой живучий-то, а? Условно, на что может уйти целая первая серия с чтением записок и прочего, а можно просто взять и все это заспидранить. Чего вот это пропустить нельзя? Вот это, понимаешь, конечно, здесь плавное перетекание, типа нету вообще кат-сцены, есть только вот это. Haley, I need you to listen. Yashimura's overrun with the fucking monsters. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac. We need the Kellyanne fixed now. Got a damage report? Yeah, it's there. This ain't the word, Cor. Go! Сейчас новые пушечки, сейчас уже вот-вот. Systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location, medical. Status, deceased? He's the captain? God. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Chen? Okay, Hammond, run! Nails? Hammond! Shit. Oh.
Я оригинал, по-моему, на новую игру плюс не проходил. Я что-то начинал, побегал такой, потом такой, не хочу. А тут, учитывая альтернативную концовку и новые всякие штуки, хочу. Вот. Получить инвентарь и оружие из секции хранилища в магазине. Отлично. Ну что, погнали? Костюм 6 уровня. Да. А, 99. Всего-то. Давай. Да. Это который с этого, с... как их зовут там? Короче, который солдат к нам прилетали, этого фактически он. Так, далее инвентарь и хранилище. А что в хранилище мне сказали, что? Ебать, у меня этих тут. Это все, что я понабрал. Так, а их можно сразу? Да. Так, в инвентарь. Ну и пойдем, наверное, сейчас по порядку мы для начала будем. Так. Улучшение для импульсной винтовки дам. Ты же, это в инвентаре у меня? А, понял, в инвентаре в этом хранилище. Ну, то, что осталось с предыдущей игры, короче говоря. Так, а это у нас для чего? Силового пистолета. А мы их все сейчас до ближайшего когда дойдем. Так, 30 узлов, окей. И можно, в принципе, сразу на 54 тысячи еще 5 узлов купить. Остальное потом. А, так, это что у нас улучшение винтовки? Вот как... Бля, это патроны, да? Да. А, вот. Улучшение 11, 11, 11, 12. Ну, понятно, ладно. Ну, во! Ух! Ща. Если что, ее же на превьюшечку сразу и возьмем. Так, куда мы? Ага. Не понял. Все, пошли пробовать новые пушки. Ох ты ж мать моя, вот и верстак. А вот и верстак, ты ж мой хороший. Во-первых, давайте, естественно, мы докачаем костюм. Да. Огнемет. Сил пистолет. Пусть винтовка. Все, замечательно. Костюм. Ву. Длительность чего? Стазиса, еще одна. Окей. Там еще одна есть где-то. Ага, вижу. Еще воздух. Капец. Так, урон броска кинезиса. И радио... А, и дальность кинезиса. Все, у меня 33-х. Больше качать ничего нельзя. А плазменный резак. Вот просто, вот допустим, берем из него какую-нибудь... Вот емкость забираем, которую не нужна. Т, сброс. А сброс всех улучшений 5000, чтобы вернуть все силовые узлы в инвентарь. Нужно... А, 3000. Даже не 5, 3000 нужно. Пардон, у меня 3, нужно 5. Все, еще 2000 кредитов, и все будет заебись. Ладно, понял, хорошо, давай так, пока что будем винтовочку качать.
Емкость. Урон. Емкость. А что это у нас? А, значит, увеличить емкость боеприпасов. Окей, перезарядка. Емкость. Перезарядка. Емкость. В принципе, у нас сейчас хватит на все. А, ну иди. Ну я понял, да, да, да. Пока ничего больше не качаем. О, 40, ёперный тебя. Так, вот теперь можно и сохраниться. Вот сейчас пойдет самое интересное. Кстати, реально, они перевели как только космоса. Может, оно изменилось? Потому что в оригинале последняя глава называлась Dead Space. Это явно переводится не только космос. Так. Да. То есть, а это у меня не сохранилось, да, гениально. Ну и ладно. Не, погоди, стоп. Ща. Что вот точно была превьюшечка заебатая, ща. По-другому сделал. Так, и насколько я знаю, здесь на пробел теперь никак. Он раньше садился и вокруг себя стрелял, а гранатами, как во второй части она работает. Всех этих надписей не было. Так, ну ладно, сейчас я буду знать, откуда взять. Теперь. The line. Dun, 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 dun. Пушку взять не дают, ну и ладно. Station now accessible. Thank you for your patience. Access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. Nicole could be through there if... Isaac. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. But... Единственное, жалко, что, конечно, нельзя пропускать все уже сюжетные штуки, которые ты уже видел. If they barricaded the morgue, maybe it was to keep something in. Погнали. Сейчас, сколько у меня? Да, бля. Да, бля. 400 продать пока что нечего. А! Кстати, что продать-то нечего? Ищу. Как-то нечего.
Я вот две оставлю на всякий пожарный. И на верстаке на ближайшем мы все это перекинем. Так, это... А? Бедолага. Красота. Так, тут у нас что? Перезарядка такая быстрая, пипец. Могли бы, кстати, уровни допуска сразу оставить. Нахрен надо? Непонятно. Так, плазменный резак. Сброс на Т. Да. Да. 42 узла еще. Замечательно. Так, в винтовку пока я больше ничего не могу. Мы больше не находили для нее. Пока что хорош. Надо пока что винтовочку качать. Так, а для винтовки мне там 11 тысяч надо, да, чтобы ее открыть. У меня 5 есть. 5 же, да? 5, да, нужно 11. Окей, понял, без проблем. Сколько же патронов, мне интересно? Ебать. Ну ладно, давайте мы вот в ближайшую сходим. Совсем в далекие ебеня не будем гоняться, а вот уж раз тут рядышком все. А, все. Ну ладно. Не, ну он здесь прям хорош. Там и тот-то был, ну, и оригинальный классный. Это прям вообще шикарен. Дай сюда. Дай сюда. Нет. Моё. Спасибочки. Ух ты какой! Из неё, кстати, конечности стало сильно сложнее отрезать. Прям реально сложнее, потому что резак-то гораздо бодрее их отчекрыживает. Так, и мы туда идем, да? Ага, тут что у нас, я не помню. Ага.
Мы это все просто продадим. И, да, и надо будет в магазине, кстати, убрать пистолет в этот в хранилище, потому что иначе он постоянно будет нам патроны на него падать будут. И с одной стороны, конечно, можно продавать, но это такое себе. Лучше пусть просто падают патроны на эту винтовку. Типа, ой, боже, не дай бог я задохнусь, а? А вдруг? Some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. Entering zero gravity. Ну и прощай, дурак. Мог бы и просто так проверить, зачем говорить про это. Кстати, не особо заметно, что прям прокачался сильно воздух. Бля, я огнетушитель, что ёбнул. Ну-ка, зачем так дерзко пугаешь, да? Ебать колотить, пацаны, ну вы охуевшие, конечно. Мять вам. Ты еще живой, что ли, блядь? Окстись. Так, ну, блядь, он еще и жлоб. Мало того, что он живучий, он еще и жлоб. Жлоб-некроморф. Горе в колонии. Так, а мы... туда. Найдите дефибриллятор. Вы
Ага. И туда теперь. Окей, погнали. А, стоять, чё? Вот оно. Значит, во-первых, инвентарь. Продать. И переместить в хранилище. Ну, чисто так, на всякий, ну, вдруг. Вот. А теперь сейчас, когда будет верстак, мы... Блин, сюда хоть иду-то? Да. Да чё ёбнуло-то опять, блядь? Главное, как, если я тупо... заморозку, грубо говоря, наложил. Так, здесь скоро будет вторая эта. Quarantine lift. А, active lifted — это когда он прекращен. Дай сюда лапку. Ну, ёптая мать, что ты за существо такое? Что это за уёбище страшное, блядь? Да ты смотри, какой живучий, это пиздец какой-то. Но они сразу черные вылезают, да. Типа потому что новая игра плюс, соответственно, пошел ты нахуй. Ладно. Все, у меня патроны кончились, серьезно? Нормально. Плохо. Может, с него аптечка выпала. С тебя я не видел, что что-то выпало. А, ну ладно. Surgical log. Dr. Charles Mercer. Copy to my secure terminal. Да что, опять патроны вначале придется покупать. Ну вообще он мне на самом деле не очень нравится. Он, в смысле, она винтовка. Что еще раз? Просто, может, мы туда-то можем? Туда-то можем зайти? Ага. А, там мы с обратной стороны зайдем. Окей, ага. Сейчас. А, почесался. Thank you.
Мне теперь нужен лабаз, чтобы купить себе улучшение для винтовки, потому что денег у меня хватает. Ну, патронов вроде как немного, но резак при таком же количестве патронов, это вообще было что-то неостановимое. А она что-то как-то, ну, такое, если честно. Она и была такое. Вот. А тут прям совсем такое. Ох, эти мелкие пиздюки. Пиздюки прямо бесит. Кстати, пиздюки лучше должны из винтовки, по идее, ложиться. Ну-ка. Ну. По идее. И тоже черный, смотри, уже вылезает сразу. Так, а где-то, ага. Ну вот. А, вот он здесь еще, все, окей. Это он в оригинале там был, окей. Идем, 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 идем. Shock pad I could use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. Подожди, а где же? А где же? Разве не внизу кабинет этого доктора здесь? Ну-ка, стой. Вот там. Сейчас убегу, блин. Вот же он, по-моему. Ну да. О! Самое прикольное, что обелиск здесь лежал и в этой, в старой версии. Ну, просто здесь была обычная фигурка на столе, обелиска у него стояла. Так, давайте смотреть дальше. Шкаф. Шкаф. Номер 3 будет в третьей главе. Блин, и картинка не открывается. Вот это замечательно. 3 будет в третьей главе. Где-то в углу. Бля, жалко, что картинку-то попозже. Ну-ка. Конечно, надо будет потом по-другому сделать. Ладно, до третьей главы когда дойдем. Опять же, именно для этого мы и сохраняемся каждый раз на отдельный слот, в случае чего, чтобы... Ух.
Хорошо пацанам зашло, смотри, там понравилось. Так, я не понял. Кто? Ну ты смотри на него, гнида какая. Так. Сейчас пошел по восклицательной значке, все эти пропали. Так, значит. Импульсные винтовки, да. Трубореза, огнемета, силового резака, лазерного пистолета и силового пистолета. Ну, все, красота. Теперь нам нужно пожемы. Ну, кстати, не так уж много тратится патронов на взрывчатку, если что. Remember, when you reach the morgue, find Captain Mathias's body. Get his rig codes, and the computer's all ours. Security clearance required. Ну, это, кстати, реально глупость, нахера опять вот их искать? Типа, если это новая игра плюс уже именно. Ладно. Залез-то, блядь. Ты не батарейка, ты туда не лази, не надо, не для тебя. Бля, какой пиздюк делся. Да ты заебал. Блять, он решил, что я гранату хочу выстрелить. Молодец. Да пиздец, ты сдохнешь, Кант, или нет? Не, винтовка мне положительно не нравится, если так можно выразиться. Ну, типа она, ну, норм, наверное, да, ну, что-то как-то, не. Блин, денег, конечно, падает.
Может, он, конечно, какой-нибудь легкий уровень включит. Ча погодь тогда. Чего ты вот это как копье взять не хочешь и кинуть в него? Боись! Боись, убежал, да боись. Ну пиздец, смотри, что творится. Так, нам туда. Угу. Туда пока не пойдем. Я не хочу на нее смотреть. Отстань. Я уже видел. Это кино я уже смотрел. Развлекайтесь тут сами. Я пошла. Можно, кстати, сохраниться. Пока еще вторая голова, окей. Бля, хвост мой утащил. Это был ценный трофей. Шо ты нахуй серьезно? Да давай. Пиздюки мелкие, они вообще, они прям, ух, прям бесят. Фу, вот такими быть. Давай, на всякий случай, бахнем. А, ага. Там морг. Так. Так. Патрончики. Кто тут еще? Не, ну этот нет. О. Интересно, по идее, это первая сцена, где надо знакомиться с этими летунами. А как это? Что, простите? А, если не во враг... Это интересно, можно мины ставить. Ну, допустим. Допустим, хорошо. Ну, честно, начинает проседать опять. Не так, правда, сильно, как было, но... Бля, сильно. Отстань, мужик, ты не в моем вкусе. Thank you.
Я пошел ты нахуй, драться он со мной еще будет. Че, некого, да, там некого грызть там удила, блядь. Turn the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God, maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Так, а здесь походу все-таки вот на это он наебнулся. Что ее нету. Окей. Будем стараться новый Пушкин, как мы их находим по сюжету. А хотя я не помню, здесь остальные-то они просто так вам валяются. Дай, наверное, пизду, наверное, будем пробовать. Уже и так повторное прохождение, чего мозги ебать. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Clearance confirmed. Да возьми ты, господи. Так. Level 2 security clearance required. Бать, два напротив шкафчика, один первый доступ, то вы второй. Ну, хотя, с другой стороны, логично, что это шкафчики разных людей, возможно. Так, куда мы? Угу. Да, и не будем ебать мозги. Будем раз какое-то время брать новую пушку. А, так, инвентарь продавать тут нехуй. На связи в хранилище и берем дальше труборез, который я никогда особо его не любил. А... Возьмем вот так вот лезвие к нему чуть-чуть. И это вот улучшение трубореза тоже 11 нужно, окей. Так, теперь труборез. Экипировать. Давай на единичку поставим, да. Один. У, сука! Да, надо сначала его прокачнуть. Так, а кстати, а где у нас? Мы сейчас уедем. Бля, верстачок-то у нас далеко, да? Тут его вообще не было. Ну и хуй с ним, поехали отсюда. Так, что у нас? Ой, в смысле не там. А что у нас тут по верстакам? Вот тут есть верстак.
Так, что мы тут можем... И все равно не до конца, то есть это еще одна? Так, ну хорошо. Еще емкость. Урон. Перезаряд. Еще быстрее перезарядка. Значит, увеличить скорострельность. Ну, допустим. А, труборез. Сразу же урон. Емкость. Еще урон. Перезарядка. Еще урон. Это что у нас? Дополнительный рикошет. Это если на альтернативный этот, да? Да похуй, хватит на все. Вот так. Хотя ладно. Сто шестьдесят, я ебал. Ла-ла-ла-ла, ага. Любата суров, конечно. А, Вейлор, вот, USM Вейлор, вот кто назывался. Вот, точно, у него на груди написан этот значок. Это он упер именно с Вейлора. Так, cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity. Так, здесь я не буду сейчас лазать по всем ящикам, уж извините, опять же. Да что извините вы? You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. Вот то, что по дороге сейчас найдем. А. Тик. Погнали. О. Not bad. Так, а теперь вот, пожалуй, надо опять смотреть. Но я по этой схеме, то есть невозможно развернуть и... Ладно, давайте тогда напишу себе так. Значит, час двадцать четыре. Так, короче, нам машинное отделение надо будет. Это...
Опять же, если мало ли я главу... Ну что, если что-то это, главу перезапустим. Engineering log, acting. Так. Все еще ничего продавать. Ну логично, я ничего толком не подбираю. Так, так, так. Нет тут никаких больше. Seeing you in the control room. Any news on the engines? Yeah, it makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a 4 trillion ton payload. Without the engines, it's dragging us down to the planet. Can you handle it alone? Sure. Fix the centrifuge, get the fuel running, then do a full restart. But you'll need to stabilize our orbit from there. Standing by. Fast as you can, Isaac. Во, я хотел сказать, что лицевая анимация здесь у персонажей вот так вот прям ух. Кендра там вначале тоже прям классная, такая милая очень. Все начали говорить, какая тварь, конечно. Ну, что уж. А, вот, собственно, и труборез, окей. Ага. Сортир, сортир не пойдем. Фу, мое. Вот мастер-ключ, где это его взять? Поздно. А, так, 27. А, все прокачано. Все, все, да, извините. Но их, с одной стороны, мало. А сидел чувак, ел, никого не трогал. А, сейчас я чихну. С одной стороны, патроны... С одной стороны, патронов мало. Он трубореза, но с другой стороны, там каждый... Как минимум, патрон — это враг, патрон — это враг. Я так понимаю, где-то это здесь будет. Просто простенькую головоломку с вентиляторами сказали, что там надо будет решить. Туда потом пойдем, все равно, в любом случае туда надо будет.
головоломку с вентилятором, вообще не помню. Только что вот вроде проходил относительно недавно, ничего не помню. Да, здесь может быть либо кислород, либо свет. Да, маленечко. Брат, вы издеваетесь, что ли? Окей. Так, ща. Куда мне? Оттуда, окей. А, ну да, в смысле, куда? Я же видел, куда. Additional fuel required for engine restart. Отсюда. По-моему, мне в прошлый раз в упор хватило воздуха здесь. Ну-ка не чавкать мне тут, блядь.
Ну и мразь же ты. Refueling sequence activated. Sufficient fuel to fire primary engine. Okay, I've got a fuel reading. Only a quarter full, but it should be enough. I still need to get the centrifuge working before restart. Someone really screwed with these fuel lines. Move fast, Isaac. Aegis 7's looking damn close out there. Скотопаса какая. Так, ладно. Прелесть. Так. Успокойся. Просто думаю, где же это? Можешь прям слазать, посмотреть гайд какой-то, я хуй знает. Потому что я посмотрел, блин, по фоточкам, по всему. Так, что у меня, кстати, вообще в целом? Этих. Да, вам пока всего хватает. Ладно, поехали. Давайте уж сохранимся, почему бы нет? А, сейчас мы на эту приедем, да? На мостик. А, нет, на центрифугу едем, окей. Какую головоломку с вентиляторами? Чё, блядь? Надо еще в одном месте посмотреть, почитать, а то что-то как-то... Какая хуйня получается. Ну-ка, секунду. Машинное отделение. Отсек с надписью электроподстанция 002. Машинное отделение это где? А, когда бы... Вот, хотя бы, вот, главное задание, надо будет двигатель запустить. Вот что. И вот там вот где-то вот это и есть машины. Все. Теперь я спокоен, теперь я понимаю, где мне искать. Ну, красота же, красота. Капот скриншот, хотя понятный был. Так, да, сразу. Кстати, что это? А, бля, я... А, десятка, ладно. Алло. Ты что ж такое? Да хорош. Да? Так, прокачивать пока что нечего, окей. Ну, в смысле, там до хера чего есть прокачивать, но... О, лезвие турбореза. Кстати, давайте, знаете, что посмотрим? Закрыть. Учивки. Просто интересно, сколько там надо с чего. Убить 30 врагов пульс... Я еще не убил 30 врагов пульсовой винтовкой. Флеймфроуэр. Рипер, это, наверное, вот он и есть. Катабов, да, 30. То есть по 30, 30, 30. А, то есть со всеми надо 30, да? А, и Complete New Game Plus тоже есть. All Weapons and Equipment. О! Ачивка выскочила. Kill 33, мы сказали, ВПУ. Бля, чё? Эй, ладно. Ну, затупила игра, бывает. Decontamination
Да ёб твою мать! Decontamination sequence complete. Thank you for your patience. Обращайтесь. Да. Не, ну это этих, конечно, из трубореза убивать такое себе. Вот видите, даже так вот получается. Вот гораздо лучше прокачивать что-то одно. У тебя уже распыляешься на два, хотя мы сейчас на все прокачаем, все, что есть. Да почему? Centrifuge. Так, снародный баллон, окей. Блять, откуда высралось уёбище? Ну, блять, в невесомости здесь с врагами сражаться, это пиздец. Я понятия вот не имею, где он. И как его найти, главное. Где он, блять? Пиздец, черный враг на черном фоне, заебись, да? Да выкинь ты нахуй, когда надо хуй ты зацепишь за что. Чего баллоны взрываются, если попасть рядом вот этой хуйней? Кажется ли монстр где-то? Нет, не кажется. Ну где-то там в черной черноте, блядь, черный монстр. Охуенно вообще. Вот это вот, конечно, блядь. Конечно, понятно, хоррор, все дела, но, блядь. Давай сюда, иди, заебал.
Так, да. Я могу как раз туда. Главное сейчас не до лута. Да, хоть в этот раз сбегаем, посмотрим, что там. А, ну тут ящик, окей. Ну вот так штука полезная. Ой, пошел ты нахуй, серьезно. Урон-то будешь ей наносить или нет, или хуйне? Ебать, я, конечно, тухляком окатила с ног до головы. Еще одну фишечку, кстати, посмотреть. Это когда на мостик отправимся. Очень такая тоже неочевидная и мелкая фишка. Но! Погнали, хули. А, стоп, секундочку, сколько у меня? 12. Ага. Так, труборез. Улучшение трубореза. Да. Я хочу купить. Продавать мне. А, нет, есть чего. Можно вот это продать. Сюда, да? Ага. Mm.
А, вот это вот ловушка. Я ее и забыл уже, эту с вентилятором, серьезно. Hey, Hammond. I cracked the secure files. GZ was here for more than just the mining clan, huh? What do you mean? This outbreak started on the colony, after the miners dug up some artifacts. Something alien. That's impossible. But it would explain why Aegis 7 is meant to be off-limits, right? Earthgust orders. When the miners found the artifact, they reported hallucinations, paranoia, suicides. But the Ishimura brought this marker on board anyway. I doubt the plan. Okay, back up. Where's this marker now? In cargo. All packaged up for delivery. No. Exiting zero gravity. Бля, не зарядился, подожди. Никогда нельзя пренебрегать халявой. Особенно в такой игре. Играю без рук, не скажу чем. Вам лучше не знать. Дебил. Так. А скоро будет огнемет. Третий. Да, блядь. Чё? Ага. Пригодится, да, согласен. Ага-ха-ха. Перебьешься. Больно много чести. Заебал. Оп. Так. Что мы тут можем в труборезике немножечко улучшить? Труборез. Так, мы можем емкость, это хорошо. Длительность вращения вообще отлично. Еще отлично. И дополнительный рикошет. Ну, в принципе, норм, но не то, чтобы было мега нужно. А вот то, что длительность, она дольше крутится. Это очень хорошо. Укрыть теперь 13 нельзя, замечательно. Так. Угу. Да, вот где-то здесь будет третий кусок. Да иди ты нахуй, блядь! Скотобаза ебучая. Фу.
Где тут что? Ты здесь взялся, тебе секунд назад тут не было. Дурачок. Так, где там у нас что? Приехал, это нам в ту дверь. Чего? Это какой-то лифт. Тоже к чему он, для чего он, непонятно. Ну-ка. Может, то, собственно, не только лифт, но что-то еще открылось? Куда раньше мы пройти? Ну никак не могли. А, ну кстати, скорее сюда. Да, нет, верстак. Ну, то есть теперь просто, если что, тут есть лифт. Да, нет, это вверх, подожди. Ну тогда хер его знает, зачем я это делал. От меня не убудет меньше говна этого. Говна этого тоже будет меньше, так что... Сплошные плюсы. Зачем патроны тратить, если можно не тратить. Что-то не тупят. Да, блядь, сгинь ты уже, заебал. Мелкие прям бесят. Так, ладно. Ладно.
engine power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. Так, в общем, где-то здесь должна быть вот это вот. Должен быть второй. Второй, третий. Кусок. Не торопимся. Угу. Где тут в этих углах должно быть? Собственно, вот. Да что же я все... Так, где у нас там была эта ячейка-то? Isaac, you did it. The Ishimura is moving again. No thanks to whoever sabotaged the fuck out of these engines. You bought us time to figure it out. Autopilot's taking us into geostationary orbit. Wait, you're flying us through planet crack debris? That's what the asteroid defense system is for. But the ADS is offline. I've got the system readouts here. Emmett, the Ishimura is in rough shape. A couple of bad strikes could finish her off. Shit. Daniels, give me all the data you have. I'll try to adjust course.
Isaac, you disable the tram lockdown from engineering. I'll open up the bridge station. Meet me there. We need to work on this together. А, вот, на мостике. Да, давай тогда мы, собственно... А, давайте тогда мостик, и, в принципе. Хотя нет, не до мостика. Мостик не в следующей серии. Я знаю почему, потому что там превьюшка. А, ща. Так, то есть что у нас по заданию получается? А, вернуться в транспортную станцию. Это куда у нас? Это туда у нас. Ладно, погнали. Нет. Пардон. Теперь на мост. Мы что, доедем, сохранимся там, и тогда на этом будем серию заканчивать. Я еще подумал, наверное, чтобы можно было всякие скриншотики цеплять, и чтобы это не отвлекало, надо, наверное, субтитры сейчас отрубить будет, да и все. Потому что пошли они нахуй. А, собственно, чем пока мы едем, ну ладно. Вот, субтитры отключите. Все. Ну давай это быстрее. Isaac, I'm looking at the ADS cannons. They're a mess. I'm gonna need your help. I am not losing the Ishimura. Not now. The Ishimura Hammond or the marker? That artifact they found? CEC knew all along about the marker, didn't they? Isn't that why you're really here? Ой, бля, как она стрелки переводит, прям на пиздец, на пиздец, ну конечно, да. And how does losing my team fit into this theory? Hey, knock this shit off. We're into the debris field. We get the ADS back together, or it's over. Then meet me at the captain's nest. Daniels? Fine. But I'm going through the ship reports, Hammond. I'm getting some answers. Иди прям под жопу. Всяко поменьше потом. Так, а что у нас здесь сохраняшка-то какая-нибудь? А, ну вот, собственно, она. Да, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Значит, не 2 часа, а возможно и 2. Я не знаю, там в начале я вырезал, там я вырезал, тут я вырезал. Что, наверное, все-таки она не 2 часа будет серия, но не важно. В общем, все ссылки в описании, везде проходите и подписывайтесь. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. Подпишитесь на Телеграм. Вот, и за сим все, всем всего доброго, и хорошей игры, и всем пока. We'll be right back.